Глава государства поздравил работников прокуратуры и юстиции с профессиональным праздником. 25 лет назад была образована прокуратура Приднестровья. Президент поблагодарил работников юстиции за труд и неравнодушие к своему делу. Работников прокуратуры и юстиции Приднестровья всегда отличали высокий профессионализм, верность служебному долгу, порядочность и принципиальность. Именно эти качества способствуют укреплению веры людей в торжество закона, формированию правовой культуры. Также президент отметил, что от успешной деятельности прокуратуры и юстиции зависит прочность приднестровской государственности.